Всем привет, дорогой подписчик и зритель. Ты на канале «Всяко разное из Китая», я тебя приветствую. Сегодня распаковываем вот такую посылку, которая пришла мне из Китая. Посылка шла меньше месяца, и, в принципе, пока нареканий никаких нету по доставке, общению с продавцом и все такое. Давайте распаковывать, смотреть. Собственно, что могу сказать? Первое. Этот товар у меня уже был на обзоре. Попросили меня заказать его снова, так как тот смартфон, да, по названию вы прочли, что здесь должен быть смартфон Bluedio D1. Вот он, отлично. Потому что смартфончик для своей цены довольно годный. И что же, давайте посмотрим, все ли здесь в порядке. Процессор MTK6580A, Quadra-Core, Android 7, 5-дюймовый дисплей, 2 гига оперативки, 16 встроенная, камера у нас 8, 2 мегапикселя и плюс 5 мегапикселей, здесь сдвоенная камера. MicroSD можно установить здесь до 256 гигабайт, поддерживает этот смартфон. Но за счет своей дешевизны смартфоне отсутствует 4G. Ну что ж, давайте смотреть. Первое, что я вижу, здесь какие-то подарки продавец насовал. Это вот такая вот визиточка. Здесь записка от продавца. Что-то он там понакалякал. И, собственно, вот смартфон. Так, ну, смартфон вроде бы целый. Давайте посмотрим на комплектацию. Здесь у нас зарядка, кабель. Micro-USB и, собственно, все. На передней панели смартфона у нас имеются сенсорные кнопки. Также есть индикатор сообщений. Имеется у нас двойная камера и вспышка передняя. Ну, сбоку, как положено, качельки громкости, включение-выключение. Снизу у нас вообще ничего нету, кроме отверстия под микрофон. Сверху у нас micro-USB, джек 3.5 для зарядки. Динамики у нас находятся на задней панели. Также на задней панели у нас имеется сканер отпечатка пальцев, сдвоенная камера, сдвоенная вспышка. Смартфон разбирается вот таким вот образом. Снимается полностью задняя панель. Вот так вот. Батарея у нас 2600 мАч, две сим-карты и слот под microSD-карту. Дисплей довольно яркий, сейчас стоит яркость на всю. Ну, хороший телефончик, засветов нету. Для своей цены телефон довольно очень неплохой. 22 685 показал наш тестер. Информация, которая была заявлена продавцом, полностью соответствует. Мультитач у нас на 2 касания. Давайте прослушаем громкость нашего смартфона. Ну, звук играет громко, и динамики не перекрываются столом, если смартфон лежит у вас на задней части, то есть играет еще громче. Ну и что же, давайте проверим, конечно же, камеру. Тестируем смартфон Bluebo D1 на качество видеозаписи, на качество звука. Первым делом проверяем, имеется ли автофокус у нас. Автофокус отсутствует. Фокусировка происходит с помощью нажатия на экран, на то место, на которое вы хотите сфокусироваться. Автоматически не срабатывает. Ну так, в общем-то, макросъемка очень хорошо приближает, очень хорошо фокусируется. На ближнем расстоянии, на дальнем расстоянии. Ну, также на экране телефона выглядит все здорово. Поэтому оценивайте качество видео, качество звука. Ну, на мой взгляд, довольно неплохо все снимает. Ну, обратите внимание, что никаких подлагиваний нету, даже в самом начале игры. То есть телефон справляется с игрушками, даже тяжелыми, на ура. Без проблем. Все летает просто. Как видите сами. Играть просто одно наслаждение. Все очень плавно, сбалансировано. Ну, супер, просто супер. Класс, обалденно. За эти деньги довольно неплохой аппарат. Советую. Ссылку, где можно приобрести этот смартфон, оставлю под видео. Поэтому, если еще думаете над приобретением, приобретайте, точно не пожалеете. Ставьте лайк этому видео, делитесь этим видео с друзьями. Ну, а я вам хочу пожелать крепкого здоровья, быть на позитиве, конечно же, удачи по жизни. Встретимся в следующих видео.
Пока-пока. Сканер отпечатка работает стабильно. Забыл вам показать, извините, пришлось вот после записи видео показать вам, что сканер работает. Сенсор находится сзади. Вот подношу палец. Разблокируется. Блокируем. Разблокируется. Еще раз. Разблокируется. Вот, смотрите. Блокируем. Разблокируется. Сенсор работает отлично.